походу немножко перебрал, 130 не надо идти, надо 120, чтобы они не спешат, бо я этих знаков не вижу, а по навигатору пишет, кстати, 90, а вот 102 ограничение, у меня просто стоит 102, для того, чтобы, ну, короче, там свои заморочки выставлена максимальная скорость. Вот оно и пишет мне 102, я не знаю максималка, сколько здесь разрешена, поэтому лучше не топить. Ну, короче, Бельгия вот такая вся, вот еду я уже сколько, я не знаю, километров под 200 я вот уже иду, то, ну, все, вот, все освещается, все полностью освещение полноценное. Короче, вот так вот.